есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Покаяние двери отверзли душе, предстояние день на пороге уже, в ожидании безмолвном грядет из ночи, сквозь житейские волны на пламя свечи, а вокруг тишина и забвение сон, но не скроет она одинокий поклон, тот, что в келье с мольбой, со слезой чуть дыша, с покаянным каноном слагает душа. И проносятся тени растраченных снов, тяжко ломит колени от ноши грехов, сердце требует: кайся, восстань, пробудись, ну а ум не пытайся, тебе не спастись, а вокруг все заботы и тысячи дел. Сделать главное что-то опять не успел, и в погоне за тенью смертельно устал, и осталось мгновенье припасть у креста. Ох, великое, славное бремя поста, преклони мне колени, открой мне уста. Милосердный Господь, помоги мне опять покаяние и веру в себе не терять. А вокруг тишина и забвение сон, но не скроет она одинокий поклон, тот, что в келье с мольбой, со слезой чуть дыша, с покаянным каноном слагает душа. Душа. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях настоятель Успенского храма, селения Бернова, Тверской епархии, отец Андрей Гуров. Здравствуйте, братья и сестры. Очень рад вас видеть. У нас есть такая возможность общаться теперь через передачи. Спасибо, что вы приехали в этот пост. Вот очень приятно, что у вас есть в вашем репертуаре такие покаянные песни, которые соответствуют. Вот песня, которая звучала, и я слышал ее, и ну, мне очень казалось, что это про меня. Все. Как обычно мне тоже говорят после проповеди прихожане: батюшка, ну это вот все, что говорили, это про меня. Сейчас такое бывает. Вот, и сейчас вот я то же самое испытал. Видимо, это все тоже вас касается, то, о чем вы поете, и глубоко прочувствовано. Ну, расскажите что-нибудь об этой песне, как она родилась. Предыстория, да? Да. Рождения. Ну, эта песня родилась накануне как раз Великого Поста, 2 года назад примерно. И вот когда каждый из нас на себя по-своему настраивает на Великий Пост и ставит себе как перед собой какую-то задачу, да, вот получить именно тот духовный дар от Бога, вот в меру своих сил, конечно, вот в меру готовности восприять этот дар в том объеме. Вот я, конечно, такую задачу тоже перед собой ставил и вот настраивался, конечно, на весь Великий Пост именно чтением Великого Канона Андрея Крицкого, который первые 4 дня мы читаем в большинстве храмов наших.
И вот этот канон, конечно, он и дает вот этот такой правильный подход, правильный настрой на весь дальнейший пост. И вот эта песня, она как бы такая зарисовка, да, к тому, что происходит с душой, что происходит с человеком, вот именно во время чтения канона. Тут, то есть то, здесь остаешься один на один пред Богом, вот, посредством этого канона, да, посредством этой молитвы, которая там звучит таким рефреном. Да, и вот здесь, конечно, происходит такая самая ощутимая, наверное, перемена в душе, вот, благодаря покаянию, которое ты в нее вкладываешь, вот в эту молитву. Молитва должна быть покаянной обязательно, иначе она, к сожалению, не приносит тех благодатных результатов, которые мы испытываем вот во время молитвы. Поэтому вот эта песня, она такая вот зарисовочка. Да, и отголосок, да? Вот отголосок, да. Канон Андрея Крицкого, он тоже, это же молитва и в то же время произведение. Да, да, безусловно. Я думаю, что такой, ну, творческий был порыв, покаянный, да, вот, да. И который потом отзывается в миллионах сердец и не может не задеть сердце тоже человека, который что-то тоже творит. Да, здесь равнодушным никогда не останешься, даже человек незнакомый с чтением этого канона, если он первый раз его слышит, да, или читает сам, и он вот проникается. Потому что я услышал в Преображенском соборе, напомню, здесь, в Петербурге, на улице Пестеля, и я был потрясен чтением канона. Так, так глубоко, и мужской хор так пел. Мои первые ощущения, выключался свет, и там я на коленях простоял, можно сказать, весь канон. Слезы сами катились из глаз. Такие, как бы вернуть бы это состояние. Вообще хорошо бы постоянно в нем пребывать. Вот для того, он после существует, да, слава Богу, чтобы человек вот возвращался, несмотря на то, что там за вот этот год такой суетный, да, нашей жизни, ну, там понятно, что от забот житейских никуда не денешься, их надо как-то... Ну, к ним прилагать какие-то усилия, там что-то делать, отвлеченное, да, от молитвы, от покаяния. Но вот пост, он как раз дает такую возможность опять вернуться к самому себе, к своим истокам. И это, а в вашем репертуаре много покаянных песен, так? Ну, в какой-то степени они все между собой связаны, да, именно с покаянием, потому что покаяние – это та вещь, которая, наверное, определяющая, да. Если нет покаяния, то все остальное, оно действительно... теряет какое-то свое значение, свою значимость. Без покаяния нет спасения, да, да, как да. Получается. Мы как все заблудившиеся дети возвращаемся к отцу, да, да. И просим у него прощения. Вот, вот на стороне отдалече мы там, да, прошлого вот Евангелия воскресное как раз год. О блудном сыне, да. И приходим и просим каждый раз, возобновляем все эти чувства. Да, здорово. Что-нибудь еще исполните вот, ну, в этом же плане, да, в постном, вот, покаянном? Хотелось бы такую песню исполнить. Называется, она совсем недавно была написана. Называется «Мы по жизни спешим». Вот. И действительно, вот мы пытаемся обрести какие-то дары от жизни, от этой, вот это счастье, как, ну, оно так, ну, бытует такое, да, вот, человеческое счастье, в чем оно состоит. Из чего оно состоит, в чем оно заключается. И вот многие люди делают неправильные акценты, расставляют именно на обретение вот этого счастья и теряют, к сожалению, проходят мимо самого главного, что и должно быть нами найдено в первую очередь. Ну, душа скорбит об этом, да? Да, а душа-то, она христианка у каждого, да, не в зависимости от того, верующий человек, неверующий, какую религию у нас исповедует даже. И так она стремится к обретению Бога, к обретению благодати. И вот это, конечно, кто-то вдруг замечает, останавливает свой бег такой стремительный в никуда, а кто-то дальше продолжает нестись по наклонной, к сожалению. И об этих людях надо молиться, чтобы Господь их вразумел. Песню. Thank you.
мы куда-то спешим. Жизнь двинет в скоротечности, и теряем себя на петле виражей. Но летальный режим отдаляет от вечности, обгоняя по встречной лишь тень миражей. Обгоняя по встречной лишь тень миражей. Счастье древа растим мы бесплодной смоковницей, бережем и питаем ленивую плоть. И не видим уже, как в душе за околицей зерна жнет воронье те, что сеял Господь. Зерна жнет воронье те, что сеял Господь. Мне бы лестницу неба, твердую, как скала. На потребу крепкую веру, ведь моя так мала. Свет мой славный, пробейся ставнями в темной души проем. Стань ей главным напоминанием в том, для чего живем. Все, что ценно в себе, придаем на заклание, но от пролитой крови не зреет лоза. И все реже течет по щеке покаянием за причастной молитвы скупая слеза, за причастной молитвы скупая слеза. Мы по жизни спешим, а всего-то и надо нам помнить то, что грехом можем Бога распять. И завеса души вновь разверзется надвое, и уйдет из нее навсегда благодать, как из ветхого храма уйдет. Мне бы лестницу в небо, твердую, как скала. На потребу крепкую веру, ведь моя так мала. Свет мой славный, пробейся ставнями в темной души проем. Стань ей главным напоминанием в том, для чего живем. В том, для чего живем. Господи, вот очень, я подумал, если так вникнуть, ну, в слова, так крепко вникнуть, то страшно. Страшно становится от этой пустоты жизни. Мне один сейчас человек пишет в интернете, вот меня все хвалят. Какая передача, вот, какие артисты, они так хорошо поют о Боге, так все красиво, вот, ну, вот. А он меня ругает. Он говорит, что все это патока и елей. Вот. Надо кричать, надо передавать эту боль, если есть талант и возможность. Это не надо приспосабливаться под потребы вот, мира и услаждать слух. Вот. Чтобы это не было конъюнктурным, да? Каким-то да, таким-то. Вот. Помните притча такая, женщина сидела, все Христа ждала, да, и вот она все приготовилась, у нее красиво и чисто.
а к ней стучались и в окна. Вот, она говорит, не мешайте мне, я, значит, жду Христа. Сейчас придете тут, наследите, да? Да. Господь придет, тут грязно. Да. А Христос приходил к ней три раза, потом он к ней пришел, говорит, что ж ты, вот я к тебе приходил. Вот как бы так не получилось, Господь стучится в наши двери. Мне кажется, что ну вот надо вот таких больше покаянных произведений, чтобы людей цепляли вот слова вот за самое живое, чтобы у человека, ну, не знаю, настоящая слеза, не какая-то такая сентиментальная, вот такая крокодиловая слеза, съел птичку и жалко, вот съел друга или соседа или жену и жалко, вот, и вот и начинаешь каяться, вот. А вот действительно вот свое собственное покаяние, это так трудно. Кажется, что это тебя, ну, не касается, а это же касается. Конечно. Ну, у вас... Формальности, да, не должно быть. Угу. Вот, когда ты поешь, чувствуешь это, да? Конечно. Важно это пережить самому, то есть как бы через сердце пропустить, потому что действительно, вот причем паток и елей, как это елейные, да, вот эти вещи, как вот говорит человек, которого звонит, как вы рассказываете, понятно, что он видит, может быть, какую-то, знаете, порой последовательность вот в этих вот и исполнениях, что человек, он просто даже порой себя демонстрирует, да, вот в том, что он. Да. И исполняет. При том еще имя Господне в суе. А тема, она не должна быть именно так вот озвучена. Вот эта тема, о которой мы говорим, о которой мы поем, она должна быть с самим человеком прожита. Тогда это будет искренне, откровенно. Как покаяние. Да? Покаяться человек только тогда. Можно исповедоваться, а можно покаяться. Да? То есть тоже разные такие вещи. Можно исповедоваться, там что-то наговорить, и все так, это, так грамотно, так проанализировано. Ну, да. Но покаяния при этом не будет. Это как, по-моему, профессор Осипов, да, как-то там такой в одной лекции было, мне понравилась фраза о том, что лучше всех бы исповедовался бесенок, потому что он, ну, то есть, да, он как бы говорил все так бы правильно, отлично и благозвучно, и хорошо, так все взаимосвязано, но покаяния при этом у него бы не было. Вот разница-то в чем. Поэтому то же самое и касается исполнения, наверное. Здесь вот, вот да, надо побольше таких сейчас авторов. Вот, которые сейчас приспособили эстраду вот, под христианство, и имя Христа вот в суе произносится постоянно. Вот, да, да. Можно это, может, по-другому как-то передавать, ну, меньше употреблять, а именно через какие-то, вот, как у Светланы Копыловой, к притчами, да? Раз, да, и да. Люди это чувствуют. Конечно. И следят за мыслью, и возникает у человека... Господь же сам притчами говорит. Да, вот я тоже, да, вот об этом сейчас вспомню. Для того, чтобы, да, люди действительно поняли, да, как бы... Или образами. В свое время, да, когда уже вот именно по таким житейским примерам, да, доходчивым для них, не что таким завуалированным каким-то языком, таким, да, непонятным для всех, а именно самым понятным, доступным языком, благодаря которому люди к духовному приходят в процессе своей жизни, в процессе, да, этого движения к Богу. Или есть образный язык, вот образов, который, кажется, Христе не говоришь ничего о покаянии, а чувствуешь. Да, это подтексте, между строк, да. Вот сейчас у меня вспомнилась одна моя песня, а я написал ее в дохристианский, я называю у меня дохристианский период. Вот. И вот она, может быть, как-то... Выйду засветло, отмерь. Мне до нового предела. Сколько будет дважды дверь, а заря уже зардела. Я не знаю слова зря и себя в себе не знаю. Откровение ноября, моя исповедь иная.
глупо ведать без причин. Бесполезная утеха. Кто-то плачет после смеха. Это эхо, это чин. Не по чину душегрейка, кто заказывал житье, но цветок любила лейка. Он же веровал в нее. Немножко подзабыл ее, но вот это такое ощущение у меня было. Философская такая. Да, готовился к покаянию. Так, такая песня получилась. У вас там в храме как народ Бернова ходит, кается, как он приучен? Вот что по исповедям? Ну, знаете... Вот если, допустим, я приехал к вам в гости, подошел бы ваш прихожанин, как бы он, не знаете, как бы он исповедился? Я даже, знаете, народ он готов определяю, вот даже не столько, вот, наверное, как ходит он в храм и кается и по исповеди, сколько как по его каким-то вот таким делам вот, действенным, да, то есть помощь и отклик на какую-то просьбу, когда вот обращаешься к людям о чем-то и с просьбой помочь, таком важном для тебя, и вот всегда этот отклик находишь. И порой это даже, наверное, ну, на том этапе вот, движения человека к Богу, это, наверное, даже важнее. Это как становление его как личности идет. Да? Человек готов откликнуться на чужую беду, у него уже есть чувство милосердия, чувство любви. И, конечно, вот если эти чувства живут в человеке, то, наверное, рано или поздно у него будет искреннее покаяние. Все-таки он придет и скажет, да. Вот. Потому что они не могут ужиться, эти два чувства, с теми, которые вот на нас извне давят, давлеют над нами, да, гнетут нас постоянно. То есть живая такая жизнь, вот этот организм церковный, да, он как раз вот побуждает потом. Да, человека привлечет рано или поздно, вот, и придет человек на покаяние, и действительно сбросит всю ту ношу, которую он сейчас пока еще носит, наверное, в своем сердце. Ему это неуютно, это некомфортно, ему наверняка это видно по людям. Вот они как-то порой, ну, от стеснения какого-то, знаете, как-то вот... К сожалению, очень подходит эта передача к концу. Спойте что-нибудь еще вот в завершении вот этой передачи. Ну, в следующей мы продолжим. Хорошо. Сейчас вот как раз тогда будет такая песня вот о том, что о стеснении с нами Бог. И надо всегда помнить, что Бог, Он в главе угла, как говорится, всего нашего житейского бытия стоит Господь. И вот надо всегда об этом помнить. За днем идет, живем у своих страстей в чести, собираем, создаем то, что не снести, суетимся и спешим, тщетно пробуя понять эту жизнь, где так грешим, надо ли менять. И молит душа сорвать не раскаяние, печать, только ложный стыд опять не дает душе кричать. Ложный страх пронзает плоть, не давая скорби злить. Мы забыли, что Господь не пришел судить. С нами Бог, и в этот час пусть благая эта мысль даст нам веру в то, что в нас вечно будет жизнь. От сомнений оградит и надежды даст глоток, кто нам противостоит, если
нами Бог, с нами Бог. В обреченной маете суетятся стар и мал, а над ними в высоте кто-то правит бал. И побед тщеславных туш заглушает вечный зов, и не слышат сонмы душ звон своих оков. И несут тяжелый спут неосознанны, что для них Всевышний суд, ведь свободны и вольны. И стремителен полет, и страшна иллюзий суть. Жаль, что мало кто встает и меняет путь. С нами Бог, и в этот час пусть благая эта мысль даст нам веру в то, что в нас вечно будет жизнь. От сомнений оградит и надежды даст глоток, кто нам противостоит, если с нами Бог, с нами Бог. Если с нами Бог, если с нами Бог. Спасибо, Господи. Дорогие мои, на этом передача подошла к концу. С нами был отец Андрей Гуров. До скорых встреч на следующей неделе. Божьей помощи. Спасибо, Господи. Приятного поста.